Алиса. Ну не прячься, Алиса. Не мешай снимать. Давай, это же на всю жизнь, на память. Алиса у нас нашла осиное гнездо. Пошла купаться, спустилась к воде. И прямо там в корнях села на осиное гнездо. Они все вылетели, и вот у нее 14 укусов. Вот она говорит, больше в лес никогда не пойду. Фу. Расскажи свои впечатления. Ну? Я больше никогда не пойду в лес, иди всю жопу. Ну посмотри в камеру. Алис, ну давай, мы снимаем интервью. Потом в ТикТок выложишь. Ты иди в жопу. Давай, не ругайся на камеру. Алиса, веди себя прилично. Рассказывай, как было. Ну, Алис, ну хватит. Просто пошла купаться, блин. Да, блин, придурки вонючие. Ну, расскажи нормально. Просто скинул свои шмотки, блин, они вылетели и начали кусаться. А ты что сделала? Вот пошла. Вот пошла, ты верещала там, на месте стояла, дальше их приманивала. А? Как будто специально. А почему не отбежала? Да блин, откуда я знала? Ну они же плавать не умеют. Тебе надо было просто убежать в воду и спрятаться в воде. Слушай, а если бы встали бы в лицо, она такая симпатичная была бы. Посмотри в камеру, Алиска. Тебя в лицо не укусили? Нет. Смотри, Алис. Алис, смотри, какие детки симпатичные. Да, блин, ну мама! Нормально же все, что ты? Нет. Нет? Покажи мне просто свою. Покажи ногу. Покажи, куда укусили. Во, стой. Вот так вот. Так, ну-ка. Здесь что-то уже пропало. Все, уже прошло. Нет никаких укусов. Ну, ты врешь все, смотри, ни одного укуса нету. Вот это что-то. Что? Да, вот это похоже на укус. Два. Вот он. Да, тинь-тинь. Вот тут. Тут. Ой, тут. Тут, да, тут вот больной такой. Да, нормально. 14 укусов. О, опять начала снимать. Короче, так вот, пришли, пошли купаться. Скупаться что-то не получилось. Спуск к озеру такой, пологий. Я аж на жопе съехал, к Алисе бежал. Вот. Может, купаться? Не да понял. Не надо ее купать. Зачем? Не знаю. Пойдешь купаться? Нет. А в том месте, где ос нету. Я просто пошел смотреть, какая сушина сейчас от ветра упадет. Потому что дрова нужны, и я вот чувствую ветер, думаю, сейчас какая-нибудь сушина-то точно упадет. Стою, смотрю, смотрю, вдруг это крики такие, я думал, змея укусила. Думал, змея, она опять, я думаю, ничего себе, змея не отстает, она еще верещит, еще. Я думаю, ни хрена там змеи на нее, прям это, толпой набросились, думаю, может не идти туда, опасно. Вот, думаю, опасно, может надо в обратную сторону бежать. Так Алиса страшно верещит. Ты помнишь, как ты орала? Я думаю, ну все, там очень много змей. И все кричит и кричит, и кричит, и кричит. Да, я подумал, что ты шутишь. Я думаю, она шутит, надо сваливать отсюда. Она точно шутит, с ней все в порядке. Вот. Она их задержи их, Алиса, и возвращайся домой. Встретимся дома. Вот. И тут Настя закричала, Тимур, иди помоги, я думаю, блин, вспомнили про меня, придется, короче, идти помогать, вот, пришлось бежать. Я аж на попе к тебе съехал, блин, полные трусы и песка были, короче, такой трэш. А она стоит в воде и верещит, я говорю, что ты орешь, она говорит, осы. Я говорю, так иди, беги в воду, ныряй, чего ты стоишь-то, чего ты стоишь, ныряй, блин, осы. Как в мультиках, все же в мультике смотришь, все же от ос ныряют. А потом выныривают их в лицо, короче, вся короче, стая. Спасибо. Прикинь. Надо просто отбегать. Да? Потом бы в ТикТоке ты первое место бы заняла. Ты потом просто бы сделал таким лицом. И все, прикинь, там миллион просмотров сразу. Понимаешь? Ты бы потом, когда прошло, ты бы сняла еще раз себя и такая рукой вдоль лица проводишь. Оп! И ты искусанная такая. Пипец вообще, ты че? Миллион просмотров сразу. Ой. Как только меня первая оса укусила, я бы нырнул. Вызывали. Нырнул. Да, вызывали бы. После первого укуса скорую помощь. Меня. Спускаемся к озеру.
Чуть быстро не спустился. Здесь. Ос? Да. Да, мне кажется, что вон они летают. Вот у них там вот гнездо, короче говоря. Вон, смотри, вот еще залетела одна, видишь? Не подходите все сюда. А то убегать тяжело будет. Толкаться начнут. Вот. Да, я вижу, как они залетают вот сюда. Вот залетела еще одна. Да, у них там гнездо, и она прямо на их гнездо, короче. Ой-ой-ой. Осторожно. Две уже вылетели. Вот. Смотри, она, короче, здесь слезла по этой фигне прям, прикинь. А я слезал вот тут вот. Я съехал просто на заднице тут. Я думал, что она тут спускалась, думал, здесь спуск. Я просто вниз слетел, короче. Да нет, вот здесь я съехал, получается, где-то, наверное. Вот. Ты как сюда спустилась? Вот к ним, на гнездо-то? Ну, вообще, я не помню. А где гнездо-то? Вот там вот. Вот видишь, палка лежит сломанная? Да. Прямо над под палкой. Под кончиком, под ее белым. Видишь, вот залетают они туда, вон они, видишь, да. Роятся там. Вот, и ты прям у них на гнезде встала, начала обувь да снимать. Да ведь не видно ни хрена. Да, конечно, не видно ни хрена. Откуда это тебе будет видно? Но... Я нечаянно на них встала, они, блин, как-то летели, начали меня кусать, я туда не... Вон их как много. Ну, собственно говоря, вот и все. Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Пора нам бежать. Надо собрать... Все это по бырику. И эти в родные пенаты. Скупался только что. Ух. Что-то у меня на голове такое. В результате. Вместо того, что было в барбершопе, получилось то, что получается, когда купаешься, а потом все это как-то засыхает. Но все, что не делается, все к лучшему.